Российский сайт «Санаторий России РФ» опубликовал рейтинг регионов страны по количеству отдыхающих и доходам санаторно-курортных учреждений в текущем году. Так стало известно, что за первые 9 месяцев 2023 года доходы санаториев Дагестана составили более 380 миллионов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Всего в дагестанских санаториях отдохнуло около 26 тысяч человек, а по всей России число достигло порядка 5 миллионов. Если говорить о доходах всех санаториев страны, то сумма выручки выросла на 12%. Такие показатели лишь позволяют сосредоточиться на улучшении условий пребывания гостей, делится член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев. Отметим, что вместе с Дагестаном в топ-3 Северо-Кавказского федерального округа по доходам санаторно-курортных учреждений вошли Ставропольский край и Кабардино-Балкария.